В Карачаево-Черкесии появятся первые в регионе мобильные центры по профилактике детско-дорожно-транспортного травматизма, лаборатория безопасности. Данное учреждение будет открыто на базе аграрно-технологического колледжа поселка Эркеншахар Ногайского района. Центр позволит детям уже с юных лет формировать навыки безопасного поведения на дороге. На сегодняшний день участниками ДТП становятся в большей степени дети. Поэтому необходимо уже с раннего возраста прививать навыки соблюдения правил дорожного движения. Часто наезд на несовершеннолетнего происходит из-за того, что дети выбегают на проезжую часть или же не имеют светоотражающих предметов, когда переходят дорогу в темное время суток. Инспектор управления ГИБДД по Карачаево-Черкесии Ибрахим Токов отмечает, что открытие мобильного центра позволит работать с детьми самого разного возраста. С целью профилактики правонарушений и травматизма детей, которые получают ранения и погибают в дорожно-транспортных происшествиях, в нашей республике открывается Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В данный центр будет передана лаборатория безопасности, то есть транспортное средство, которое будет оборудовано техническими средствами, позволяющими обучать детей разного возраста основам правил дорожного движения. Данный мобильный комплекс Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма лаборатория безопасности регулярно будет выезжать в образовательные учреждения всех районов республики. Уже подобные учреждения открыты в ряде регионов России и функционируют. Занятия, проводимые с профессиональными педагогами, дадут возможность быть готовыми к участию в интенсивно развивающейся транспортной среде региона. Для нашей республики это большой плюс, большая возможность использовать тот ресурс, который передается в нам республику, для того, чтобы обезопасить наших детей и сделать наши дороги еще более безопасными для них. Направленность будет на детей дошкольного возраста, то есть садиков, которые обучаются, и школьники. То есть те, которые еще поддаются обучению, так сказать, до того момента, как они уже перейдут во взрослую жизнь и будут сами управлять транспортными средствами и самостоятельно жить. Знание – основа безопасности жизни. Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма откроется в октябре текущего года. Алихан Ипшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.